Ого, какое тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Ловушки. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Что с ним? Он мертв. А, ну да. Двигается? Нет, не вышло. Вагонетка все еще. Я вижу. Вот. Смотри, еще фонарь! Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Ненужный хлам. Ладно.
Ты почти достал. Мы поднимемся наверх. Колесо. Это поможет. Поехали. Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Стой! Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его, привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри,
Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Ого, что это? Назад! Лезь в тоннель. Понял. Осторожней. Испытание. Наверное, гномы прорубили туннель в обход великаних ловушек. Удачно. Ну, для меня удачно. Да ладно! Лучше помолчи. Там увидимся. Еще один подъемник. Глядишь, до вершины доберемся быстро. Помогло. Или нет. Все равно тяжелый. Доберемся до вершины. Далеко оттуда будет видно. Увидим озеро. А мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. Пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Снова траухи! Я понял, надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли.
Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Нам не надо спешить, они вернутся в любой момент. Вроде обошлось. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине. Нас теперь ничто. А? Спокойно, мальчик. Держись за мной. Вот так. Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! По
Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. Да, ладно. Ты слышишь? Там кто-то кричит. Стой, сын! Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Эй, урод! Я здесь! Ты же... Thank you.
знаю, что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов! Ого! Мы его победили! А ты? Эй! Но! Драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы с Амелой. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А, спасибо. Так, ладно. Погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любец? Нет. А еще что, мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет. Стой, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Смотри, где хвал... О, не важно. Что за мерзость? А что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Атрей, твой лук. Двух раз хватит. Эй, полегче там! Ого! Вот так. А вы не верили. Я смотрю, ты сам уже разобрался. Ну, молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное тебе помочь. Да. Где ты этому научился?
случилось? Ну, когда наши с Броком пути разошлись, я учился в Ванахейме. Было очень познавательно. Я такой, я всегда ищу новые источники вдохновения. В том числе и поэтому мы с Броком расстались. Он не развивался. Мы топтались на месте. Да, достигли мастерства в оружейном деле. Но что дальше? Перемены — часть жизни. Не умеешь приспосабливаться? Останешься прозябать на обочине. В пыли и грязище. Ладно, в другой раз. О, пока вы не ушли. Будь особо осторожны рядом с вершиной. Один там что-то охраняет, а ссориться с асами вы уж точно не захотите. Кто? Мы? Синдри, ты всегда был такой... Чистюля? Ха, если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. Пока однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных созданий. Таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну! Это правда! И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево — дуб. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. И теперь все рукоятки я делаю из дуба. Я все предусмотрел. Ну, за работу. А почему Брок синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я. Он предпочитает работать с металлами с голым... С голыми руками. Без перчаток. Говорит, иначе у него ощущения не те. Контакт с активным серебром необратимо меняет цвет кожи. То есть навсегда. Но стоит с ним это обсуждать. Он иногда такой ранимый. Неудивительно. Синдри, может, помиришься наконец с братом? Я? Помирюсь? Но он же упрямый болван и не думает меняться. Он говорит про меня ужасные вещи и стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так себе. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А? Например? Прошу прощения. Мне нужно успокоиться.